Я натянул улыбку, пускай она была фальшивой, но это было лучшее украшение моего лица. Книга. Мне нравится, что она квадратная. И теперь он хочет жить. Теперь ему хочется выжить. Лучше не думать о том, что думают люди. Не думать? Почему? Зачем? Сегодня 15 марта. Сегодня состоится презентация «Последний день на планете Земля». Это сборник рассказов, который я писал целый год. У меня была идея такая, что я хочу там проиллюстрировать какую-то книгу. Именно почему, да, абстрактные формы, какие-то, ну, вообще черно-белые только, это вообще еще усложняет. Много сложностей, сложные ощущения какие-то, мне кажется, показалось это интересно. Ну, оно как-то мне близко просто. Сейчас вот еду на типографию забирать книги, там стоит целый стеллаж их. Вот сейчас стоит перед вами. Я испытываю это чувство. Мы сегодня на презентации книги «Последний день на планете Земля». Главное, чтобы люди что-то взяли от этого. Каждый должен искать, каждый должен что-то находить. Ну, то есть каждый найдет для себя что-то интересное, то, что захватит именно его. Я для себя кое-что нашел. Ну, чтобы световой хаос был, ну, чтобы прям вот световые лучи бегали. Это очень интересно будет. У нас просто самый лучший проект в городе будет. Я поймала вот какое-то ощущение, которое, в общем, что-то включило во мне. Тут рука будет, которая как будто воду трогает. Ну, такой пальчик, да, такая большая, светлая, белая.
одна моя книга, это о том, что человек должен разрушиться, то есть он должен умереть, чтобы родиться заново. Чтобы быть другим, нужно сначала умереть, чтобы стать новым. Чтобы стать новым, нужно что-то разрушить. И вот моя книга, она о разрушениях, она разрушает. Вот такая история.